Накануне в 19:00 под Екатеринбургом на 49-м километре Рижевского тракта на подъезде к поселку Лосиный произошел крутой дорожный замес, притом сугубо грузового толка. Предполагается, что пилот «Газели» неожиданно вырулил на встречку, где лоб в лоб налетел на газовского собрата фургон породы «Валдай», который, вероятно, вез в своем кузове продукцию Ирбитского молзавода. Вероятно, кефир, ряженку и прочие полезные продукты. Под раздачу попал и тяжелый мановский самосвал, который в этой дорожной мясорубке отделался лишь мелкими ушибами, в отличие от других соучастников ДТП. Предварительно водитель автомашины «Газели» допустил немотивированный выезд на полосу, назначил встречного движения, в результате чего столкнулся с встречными транспортными средствами. В результате ДТП предварительно пострадали 2 человека. «Газелиста» и одного из «Валдайцев», пассажира молочного фургона, вероятнее всего экспедитора молзавода, сопровождавшего скоропортящийся груз, на скорых увезли в больницу. При этом предполагаемого виновника ДТП пришлось буквально выковыривать из-за расплющенной кабины «Газели». Очевидцы предположили, что мужчина в шоке и поначалу не почувствовал жуткой боли. Сотрудникам ДПС на время пришлось организовать реверсивное движение, из-за чего на Рижевском тракте в час пик скопилась огромная пробка. Некоторые автомобилисты даже утверждали, что колонна разномастных машин растянулась километров на 10, не меньше.